сеть, гермарка. А потом можете слабо розовый растор марган. А кормите ПК-2 или ПК-21. Лучше Мишлайна. Можно южной короны. Не хуже у него, хуже корма. Вот я, допустим, брал, цыплята вообще не едят. Вот беру корма, напополам кукурузы делаю. Если эти вот едят, это грамм. Вот. То эти оставляют кукурузу. Можете, брат, этот стиль попробовать? Хотя я просто говорил, что я тоже брал, что я не знаю, не спрашиваю, не покупаю. Не надо мне ничего. И помидоры, лучше что не будет. А цыплята какие сорта? Ой, породы. Все мясо яичные. Пучинское, серебристое, черное, голубая московская. Порода. Они не мешаны, ничего. Не, ну вот они. Вот это голубая московская. Ага. Ну вот они пучинские идут, рыжие. Это серебро. Ага. А вы откуда? Братанка, вы здесь. Луки. Смотри, манас. Сегодня суббота, 2 апреля, рынок выходного дня, станица Брюховецкая. Продается уже всякая рассада, саженцы. Все берут картошку на посадку. Картошка нынче на ура идет. Соответственно, цена. Такие вот цены. Дайте еще один ящик. Да. Мы так мало будет. Вот цена за ящик. Родрига крупненькая, да? Да. Здесь у нас рынок такой, улицу перекрывают, улицу Кирова, в субботу, и с утра люди собираются, продавцы, все выстраиваются с палатками, с машинами, с товаром и торгуют. Улица для движения перекрыта, только пешеходы. Да. Рынок Кубань там, вот набор всего торговли. Мы с Мариной сегодня встретились, я приехал с поезда из столицы, с работы. Она приехала на рынок, вот гуляем. Яблочки. Сейчас кое-чего купим и домой. Кстати, я тут
балки. Даже жарко. Что там, цветы будешь смотреть? Да. Аккуратно, а то у нас не знала, завязала.